Есть вопросы по работе программы конфигуратор версия 2 с прибором SPG 761 через адаптер MOXа. Параметры соединения здесь такие. Вот, проблема какая. Я могу считать параметр, но не могу его через эту программу записать на место. При том, что если мы возьмем OPC сервер, запустим его, считаем этот же параметр и попробуем его записать. Допустим, изменим пятерку на шестерку, то он туда запишется. И при возвращении в конфигуратор, сейчас нам нужно для начала сервер остановить. При возвращении в конфигуратор мы можем отсюда свободно считать этот параметр. И он же будет таким, как здесь будет уже третья цифра и шестерка. Такую цифру я описал в сервере, почему не работает запись.